Почти 500 000 земельных участков в Тверской области не имеют точного описания границ. Их владельцам это грозит разнообразными проблемами. Самые пустяковые из них – спор с соседом, на чьей территории растет яблоня. При этом нарушения фиксируются даже там, где, казалось бы, все оформлено по закону. Обо всем этом сотрудники управления Росреестра рассказали в четверг на пресс-конференции. В настоящее время в ЕГРН содержится сведения об 1 620 000 земельных участков, расположенных в Тверской области. При этом более 467 тысяч из них не имеют точного описания границ. Есть и такие, у которых нет даже кадастрового номера. Самое интересное, что хозяев никто не обязует зарегистрировать свои сотки и гектары по всей форме закона. Но сделать это все же желательно. Во-первых, это позволит избежать земельных споров с соседями. И, во-вторых, это защитит собственника земельного участка от самовольного занятия этого участка какими-либо третьими лицами. Последнее, к слову, является одним из самых частых правонарушений. Наряду с ним распространено использование участка не по назначению. Наши граждане почему-то считают, что на своей земле они вольны делать что угодно. И таких примеров полно. Например, в Твери. Земельный участок, предоставленный для жилищного строительства, пытались использовать для коммерческих целей, а непосредственно организации автосервиса. В районах Тверской области, пожалуй, наиболее встречающееся нарушение – это неиспользование сельскохозяйственных земель по прямому назначению. В том числе и в Кашинском районе, представитель которого присутствовал на пресс-конференции. По словам Ирины Лебедевой, благодаря тесному сотрудничеству с Росреестром, за год там почти в два раза выросла сумма взысканных штрафов с 25 до 45 тысяч рублей. Правда, работать все равно тяжело. Первое – это удаленность и труднодоступность к объекту, который необходимо проверять. Также у нас проблема – это длительность проверки в связи с значительно большой площадью земельных участков. Ну и также отсутствие, конечно, техники, отсутствие беспилотного летательного аппарата. Из этих проблем быстро решить можно разве что последнюю – купить беспилотник. С обеспечением доступности намного сложнее. Для этого надо привести в порядок все дороги. Ну а что касается размеров, то это, наверное, даже не проблема, а специфика нашей страны и области в частности, с которой надо просто смириться.